И здрасте. 19 января на дворе. Всех с крещением поздравляем. Вот такой вот у нас крещенский мороз в Подмосковье, да, минус 3. Снег практически нет вообще. Земля мягкая. Ну да, загорать тоже. Да, сегодня можно не только купаться, но и загорать. Не, ну загорать, да. Облачко. Облачко с прояснениями. Вот. Выдались свободные часы. Соответственно, мы дернули в леса. Увы, леса. В этом месте ни разу не были. Попробуем посмотреть. Будем ориентироваться тоже по старой дороге. Примерно она за моей спиной. Вот. Ну и вместе с нами посмотрите, что там будет. Вот такой вот лес. Пока очертания дороги нащупать не можем. Можем и не нащупать, кстати говоря, вот как в том лесу. Ее, может быть, уже и не видно. Первый сигнал. Куда ямы? Вот. 61-й годик. Советик. Так красиво. Деревьев старых мало, но попадаются. Ну и традиционно, рядышком, не буду я ее мучить сильно. Какой год? Ну, тех же годов. Да, 61-й тоже. Ну, хорошо, почему бы и нет. Судя по всему, нам на крещение выдали крест. Сейчас мы посмотрим. Там еще одну монету, кстати, дернул. 3 в итоге. Из 61-го, по-моему, года. Ой, здесь советы по одному. Не валим. Где? Вот здесь. Ага, вижу. Сейчас. Видите? Красивенький торчит. Да? Ну, видимо, ее не осталось, значит, вот судя по всему. Вот она, заваленная. А накат советский чуть рядом. А накат нам не нужен. Так, целенький. Тоненький, блин. Тонюсенький. Ну, это, видимо, уже более поздний. Тонюсенький, тонюсенький. Но целый. Забирай. А начал, блин, фиговый. Да понятно, что фигов. Фольговый сигнал. Не буду я его тереть. Не надо, зачем помоем потом. Так, знаешь, здесь занад где-то было. Так, ага. Так. Какой-то накат. Он, понятное дело, советский. Выскочил кусок конины. И кусок тракторины где-то вот здесь Лёвка уже выкинул. Но самое интересное, что вроде и с картой он совпадает. Частично. И... Ну и сопутка. Значит, кто-то когда-то здесь на лошадях ездил. Сейчас посмотрим. Цветной. Пробка. Пробка. Смотри пробку. Ладно, включусь, если будет что интересно. Продолжаем изучать накат. Ничего интересного пока нет. Обнаружены следы страшного преступления. Как белка колола орешки. Иногда очень интересные наросты на деревьях встречаются. Смотрите, как будто, не знаю, мячик, что ли. Вообще
Очень необычный нарост, кстати, я таких не видел. Выползли практически к машине. О, еще один нарост. Сегодня день наростов. В глубине леса ничего не было. Сейчас раз опять советик выскочил, равочник. Я так понимаю. День начинает прибавляться, конечно, но все равно еще короткий. Убитый. Просто пытаюсь понять, какого он был. Рамочник какого? Рамочного. 45-го. Ой, конец войне. Покажу. Такой вот. Да более-менее вроде. Может, там не было сегодня? А я не знаю, не понял. Да то я туда же лески кинул. Молодец! И как вот мне теперь? Ладно. Проверили лес. Решили сейчас пойти к машине через поле. Ребят, сегодня 19 января. Поле копается. Это вообще в башке не укладывается. Как так-то? Оно же должно встать было. Ветрище, холодно, вот мы стоим. Какой-то сигнал цветной, ну такой. Скорее всего, фольга или что-то еще. Движемся к машине, нагулялись. Что-то там. И что-то. Король и кайф. Король и кайф. А, точно. Давненько не было-то. Мы по полям 100 лет не ходили. Давно не ощущали. Дерево прикольное стоит. На фотографии я, наверное, вставлю. Ну, в начале. Такое какое-то ритуальное. Там еще должны быть люди на колах торчать рядом. Такое какое-то мрачное. Или переход в другое измерение. Вон машина стоит. Итак, друзья. Вот и закончился очередной день, проведенный с нами в лесу. Находок вы видели, сколько у нас, 4 советских монетки. Ну, в общем-то, и крестик на крещение нам выдали. В принципе, не пустые, слава богу, хорошо погуляли. Эта сторона лесов, каскад, который, вот и этот в том числе, никогда ничего много не давало. Вот, все-таки будем другие немножко сейчас места искать. Вот. Делитесь видосами, ставьте пальцы. Короче, все ритуалы, как обычно. Если вам не сложно, поэтому прощаемся с вами. Всем пока!